Тормози, тормози, задним тормозом. Я честно думала, что я сейчас упаду. Как вам стрёмно-то? А почему ты не кричала? Я не знаю. Мне было очень страшно. Бля, 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 блядь, блядь. Your body can't stand it, bang. Yeah, ну что, народ, всем привет, с вами снова Мотониндзя, и сегодня мы с вами тут на конюшне, и мы не будем сегодня кататься на лошадках, потому что сегодня, ребята, мы будем кататься на питбайках. Что на олене? Ух ты, неплохой такой склад. Тут мы приехали к ребятам в питбайк-гараж покататься на питбайках. Сегодня мы будем катосить на вот этих вот аппаратах. Я буду, скорее всего, кататься на этом Кае. И сейчас у нас будет небольшой инструктаж, как что делать. Блин, такой он легенький, конечно, вообще как велосипед. Булки на прогулке. Так, ну что, Коль, мы ждем инструктаж. Соответственно, на питбайке двигаемся так, чтобы... можно было ехать безопасно. Основные органы управления, соответственно, как на простом мотоцикле, газ. Кать, смотри, запоминай. Я смотрю. Замок зажигания по часовой стрелке повернули. Мотоцикл у нас готов к работе. Далее, проверила нейтральная передача у тебя. Пощелкала вниз, лапку переключения передачи. Мотоцикл вперед-назад катается, значит нейтральная передача. Вводим кикстартер в рабочее положение. Таким образом, и резким нажатием на кикстартер заводим мотоцикл. Отлично. Руки стоят перпендикулярно. Правую руку вот так не задираем. Соответственно, если будешь держать правую руку таким образом, куда-нибудь прилетишь в дерево. Потому что автоматом будешь давать мотоциклу полный газ. Блин, ребята, как же удобно в этих перчатках. Просто офигительно. Они такие, такие легенькие, такие приятные, такие мягкие. Может быть, перейти на такую летнюю форму ношения экипа? Блин, в черепахе очень удобно, очень приятно, очень продувается. Она вот такая вот, смотрите, перфорированная. Перчаточки тоже кайфовые. Наколеннички. Супер. Вот этот аппарат, и сейчас мы будем на нем пробовать, понаваливать по лесу. Это, блин, совершенно другие эмоции. Не такие эмоции, как мы получаем, блин, ездя по городу, ездя под допом. Сейчас прокатимся и посмотрим, что из этого выйдет. Вот они, первые шаги младенца. Газоника, чувствуешь, какие вибрации? Я думаю, тебе даже нравятся эти вибрации. Нормально так. Слушай, его так заносит хорошенечко, я бы сказал. О, неплохо. Ух ты, блин, как же срывает переднее колесо. Кать, ты как там? Мне надо привыкнуть чуть-чуть. Ты чувствуешь, как заносит заднее колесо? Пока нет, я просто не быстро еду. Главное не упасть и ничего себе не сломать. Какой же он мягкий, ребята. Он такой мягкий, он именно предназначен для того, чтобы на нем фигачить по ямам, фигачить по лужам. Первая передача вверх. Все передачи, ребята, здесь вверх. И если я даю чуть больше газа, чем надо, то он офигительно проскальзывает. Да, я чувствую, как он проскальзывает. Ой, я на вторую переключился. Блин, от тебя грязь летит. Ты что, ты тормозишь? На вторую переключалась. Да тебе пока на первый зайдет. Тут на первый хорошо идем. Тут главное не скорость. Вот это да, что это было сейчас такое у тебя? Блин, мне пока как-то стрёмно. Конечно, нужно привыкнуть. Не стрёмно, а страшно. Страшно мне. Ребят, смотрите, какая красота. Здесь просто упали деревья, и их просто подпилили красивенько и оставили так, как есть. Смотрите, как классно. Блин, это просто супер здоровская прогулка по лесу, которая только может быть. На велосипедах это все фигня. Можно сходить пешочком на пикник, это тоже. Но, блин, ребята, кататься на питбайке по лесу — это самое крутое, что можно только придумать из лесного отдыха. Что-то мне страшно. Очень. Пока мне как-то очень страшно, потому что это первый раз, и я немножко пока не понимаю по управлению. Он такой дерганный и заносится.
пока непривычно очень сильно. И очень много деревьев вокруг, и кажется, что ты в каждое влетишь сейчас через секунду. Еще вон и люди идут. Отлично. На второй передаче, кстати, он лучше едет, приятнее намного. Но он просто не газует сильно на второй. Ты едешь так, ну, можно сказать, на минималках. Самое крутое на питбайке, ребята, это поворачивать. Потому что когда ты поворачиваешь в поворот, заходишь, даешь чуть-чуть газа, и его так приятно заносит. Вот то самое прикольное, приятное чувство, как если кто-то из вас дрифтит на машине, почти то же самое, только здесь испытываешь на мотоцикле, и, возможно, даже намного насыщеннее. Нормально так. У нас... Я смотрю, ты тоже подразогналась немножечко. Тут сейчас будет экстремальненький спуск. Тихо. Только, пожалуйста, если будешь падать, то скажи мне, я включу камеру. Тихо, тихо, включай, включай. Тормози, тормози, задним тормозом, Кать, задним. Как вам стрёмно-то? Катя, сказали тормози задним тормозом, а ты ноги убрала. Жесть, Катя, не убирай ноги ни за что с мотоцикла. Держи их до последнего и тормози задним тормозом. Задний тормоз — это правая нога. Я знаю, мне просто неудобно так тормозить. А почему ты не кричала? Я не знаю. Мне было очень страшно. Я честно думала, что я сейчас упаду. Я была уверена. Если вы занимаетесь мотокроссом, это не значит, что вам не нужна экипировка. Здесь она как раз-таки очень даже и нужна. Потому что здесь постоянно происходят какие-то рискованные моменты, очень много деревьев, в которые вы можете просто себе сломать ноги. И чем крепче ваша мотобота, тем лучше. Держи, держи, держи. Я упал. Что такое? Как так случилось? Сори, ты со мной нормально не покатаешься? Все нормально. Не переживай, можешь открыть его чуть побольше. Аккуратно. О, Катюша, ты почему полезла в грязь? Выключай его. Ну, бедняжка, иди сюда, нему. Кто не падал, тот не ездил, да? Итак, ребята, кто-то, кто послабее, конечно, решил выбрать более легкий способ, но я не из таких, и сейчас буду подниматься в эту горочку. Те, кто катаются на кроссах уже не первый год, конечно, сейчас поржали в комментах, по-любому, когда увидели просто вот эту мизерную горочку, но для меня, ребята, для меня даже такая горочка — это горочка. Давай, 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 давай. Блядь, 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 блядь. Чё это было, ребята? Мне чуть-чуть буквально не хватило мощности для того, чтобы забраться на эту верх. Но я сейчас попробую еще раз. Блин, почему он под конец глохнет? Ой, там была такая жесткая коряга, я чуть ли мне не въехала колесом. Капец просто, это не мое, блин, блин. Вообще не мое. Непонятно, как тормозить. Я боюсь очень сильно. Как мне страшно. Колесо у нас буксует, смотрите. Надо думать, как проехать его. Раскачка. О, неплохо. Поедем дальше. Ой, блин, лес, прохладно. Катишься с ветерочком. Просто кайф. Трассу я выбрал не для новичков вообще нифига. А я-то новичок. Отстал немножко от группы. Решил поехать более каким-то экстремальным, что ли. О, какие камни тут. Более экстремальным
маршрутом. Здесь ехать, конечно, одно удовольствие просто. Потому что здесь справа, смотрите, вода. Ауч. Решил покорить вот эту вот гору. Но за отсутствием навыка управления у меня ни хрена не вышло, как вы понимаете. Да! О, блин! Черт! Я почти прошел, но у меня забуксовало колесо. Так. Ладно, у нас тут спасение. Идет питбайка. И попробовать поехать. Нет, он закопался. Зашибись. И надо было тогда заглохнуть именно в этот момент. Блин, нога вообще в обрыве. И как его заводить? Блин, вот мотокросс — это такая жопа. Damn it. В принципе, у меня сейчас сорвется колесо туда. Уже срывается. Уф. Вот так вот мы прокатились. Коля на самом деле вообще мощный инструктор, ребят. Если соберетесь приезжать, то Коля обучит вообще прям просто с нуля. Вон, девочку научили сегодня с нуля. Вначале она не знала, как нажимать газ, но уже спустя буквально полчаса мы смогли преодолеть самые сложные препятствия. Ну что ж, ребят, а те, кто заинтересуется, ссылочки будут в описании. Ну что ты чувствовала? Не, очень круто, но я устала. Очень страшно. Постоянно находишься в страхе. В страхе, что он упадет, в страхе, что ты врежешься в дерево, в страхе, что упал с обрыва, блин. Но что ты скажешь из плюсов? Ну круто, весело, он такой мягенький, все штучки мягко проходят, такой чуть-чуть. Куда проходит? Проходит, если ты приезжаешь по горе, он так мягенький. Хоп-хоп.